за меня? Катало звонил, мол, что я зря Егорку потного жжёг. Типа Егорка был малый чёрт и резкий, а я его за какую-то байку для лохматых угробил. Подумаешь, нажрался и при рабах священное пламя поставил. Ну, Каталу понятно, пришлось вот сейчас кончить, тут поделать нечего. Если он кому должен был, да вы спросите, она баба видная. Но чтобы у нас с вами, братва, особенно с теми, кто недавно прибился, непоняток больше не возникало, я так скажу. Ответьте на один вопрос. Почему они нас слушают? Потому что боятся? Это верно. Да только страх перед человеком, он дело такое. Если жизнь такое говно, что терять тебе реально нечего, то будь ты самый, что ни на есть шмырь из лохматых, а бунтовать начнешь. А оно нам надо, мужики! Нет, как мужики, там наши? Держится пока, без воды-то. Поэтому и нужна лохматым вера. Пока вера тебя не было, я тут немного разведал. Делающий мир таким, каком есть. Делающий господина... Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Давай вниз! Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Закладывает. Что это там? А, шайтан! Фух. Блин! Да. Немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, так хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Ага, а вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Какое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнём для ясности. Ну что, давай, подсажу тебя. Маски! Ах!
Ого, вот. Повезло нам. Пройти все же можно. Дальше. Уже почти выбрались. Давай за мной! Вот проход к источнику. Полезли! И тут привалило. У меня фильтр уже подыхает. Смотри, свет! Вроде сюда. Так, воздух вроде чистый. Снимаем маски. Ну что, дальше только ползком. Йоль говорит, нефтяники местными вертят как хотят. Так что, давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Они ведь тут как рабы. Артём, фонарик выключи, заметит сразу. Смотри, вода! Вон, видишь машину? Я наверх и возле нее спрячусь. Ворота, похоже, из вон той башни управляются. Когда откроешь, я по газам и на выход, а ты прыгай на цистерну. Удачи. И постарайся, чтобы никто, кроме нефтяников, не пострадал.
Yeah!
Что рабам-то теперь делать? Куда им теперь деваться? Я машину проверил уже, вроде на ходу. Топливо есть. До Авроры точно доедем. Артём, давай в темпе! Вдруг они подмогу вызвали! Сосредоточиться! Сэм, Анна, налево! Разгружайся! Быстрее! Лес, туда! Перезаряд! Атакуют вдоль дороги форта! Надо зайти с флангу! Мы шире и не перестреляли нас!
целы? Да! Целы! Сэм, проверь нападавших. Останешься там наблюдать за подходами. Есть! Все ко мне! Привет, мой друг. Вы круто справились. Кто бы подумал, такая радость из-за воды. Я уже люблю этот вкус ржавчины поутру. Как бы супчиков этих отделали, а? Да, недурно. Только армия их сейчас в набеге. А это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? 700, думаю. Ого! Да, ну, значит, повезло нам по-крупному, и пора отсюда убираться. На Саксауле километров на 5 уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много не был, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак, Крест, готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой и сливайте топливо из машин. Артём, Дамир, на вас самое сложное — угнать цистерну. Есть! Удачи вам, ребята! Аня, идиот, ТТшник, ребята, сворачиваем лагерь! Не забудь проверить снаряжение и подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться? Привет, герой! Привет, Артём! Ну, теперь дела на лад пойдут. Вода есть, прорвемся. Когда вода есть, понятно.